Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня продолжаем буст рейтинга на Краве, ну как продолжаем буст рейтинга, стоим на одном месте, но уже 5 дней стояли, это 6, если что, посмотрим, что получится у нас сегодня, надеюсь, хотя бы 3 победы, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, я не знаю, по-другому назвать не получится. У нас сегодня железная дорога, взял я бинт вместо бинокля, возможно, этого будет хватать теперь, чтобы чуть-чуть побольше выживать, возможно. Еще был вариант взять дефибриллятор, но я так подумал. С этими гениями дефибриллятор, серьезно, шансов никаких, поэтому дефибриллятор не взял, поставил скинчик Анигири Эрл, да, раньше он был Суши, что-то еще было, ну, в общем, теперь это Анигири. Будем сегодня анигирить, я надеюсь, успешно наших противников, ну, или как-то типа того. У нас VR в команде Зебра и Никс, просто команда на победу, топ-1 на изи вообще, с закрытыми глазами сделать сейчас. Ребятки, у меня просто слов нет, почему у меня... Почему у них два бобра, лев, а у меня и этот мусор, а? Как вы считаете? Вот и я не знаю. Ну, понимаете, два бобра и лев. Еще и Лизи, ну как бы... У меня, блин, зебра 18. За шо? За шо зебра-то 18? За шо? Не хочу зебру 18, не хочу. Почему я раз пофим за меня играю? Ой, хотя бы бицушку набил, не? Да блин, дайте бицушку бесполезные. Животные с кофем. Ой, ну мы хотя бы живые пока что, ребятки. 1+. Баг забирает легендарный. Баг забирает легендарный гранат. Ну кто же еще? Надеюсь, он там низкий уровень хотя бы. Надеюсь, он низкий уровень. Ворота от льва, конечно же, в последний момент. Да, блин, задолбали. Ну вот попробуйте их словить. Там больное животное с кофем играет на льве. Просто больное животное играет с кофем на льве. Ну вот это нормально вообще. Ну ладно, ладно. Я знаю, что кофе как вариант для льва неплохой. Ну, блин, реально, вот ради чего его берут? Чтобы побыстрее чуть-чуть побегать? Блин, микросекунду, ну конечно. Моя ошибка. Блин, ну вот это было обидно, вот это было обидно конкретно. То, что вот такой был. Ну, только моей команде пофиг, у них бот. У них надо бота убить, охранника. Попался? Гений. Там, кстати, укол адреналина сработалось еще. Он то ли аптечку успел взять, то ли я не знаю, то ли у него... Нет, но... Ну да, получается аптечку успел взять. Где он ее тут нашел, вопрос только. Там против нас где-то сквад. Причем сквад очень сильный, и мне реально страшно, как мы будем сейчас против этого сквада драться. Опять же, тот гений на льве еще где-то остался. Нужно что-то с этим сделать. Там вроде Ник с канистры гели, или мне показалось. Давайте последим. Животное с канистры гели играет. Спокойно, спокойно. Просто спокойно, спокойно, спокойно. Ну все, это потеря. 19-й бобер. И оба с кофем, если что. Ну я хоть и делаю нормальный выстрел, но видите, моя команда животных уже откисла почти вся. Я остался один практически. Стенку сюда притянул себе. Ну, посмотрите, да? Норм играется. Я думаю, что норм. Бобры живые, я один, моя команда вся умерла. Да, получается прям эпично. Феромоны, два подряд. Я, конечно, пытаюсь это сделать, но, ребятки, вы сами понимаете, я сразу сказал вам в начале боя, какая у меня команда. И это все прекрасно понимали, и вы, и я... Боже мой, с канистры гели очередной. Как думаете, это с моей команды? У меня же был не с команды, да? Или не с моей? Ой. Просто слов нету. Но рейтинг мы подняли. Нет, это было не с моей команды. Потому что если бы он был с моей... Хотя тут, да, непонятно. Ну ладно. 1400 вернули. Смешно, конечно, но если честно. Ну вы все сами видели. Адекватная команда и моя команда. Два бобра 19 уровня с феромонами. Что себе могут позволить? Ну, тут было без шансов. Бобры, к сожалению, это контра крабу. Потому что стенки... Это миллион. Миллион просто контрится. Там и отражение тебе, там и блок кука, там столько всего. Опять же, феромоны. Опять же, местность. Очень удобная, чтобы применять и кассетку, и лук широкий. Ну, с большим радиусом обра. Опять... А, это я. Это я, нормально. Ладно, давайте побежим. Побежим к нашей команде интеллектуально одаренных, которые зачем-то сдвигаются в бок. Что с ними непонятно, ну ладно. Ну, просто сюда бот прибежал, поэтому ладно. Я сюда и... поэтому и прибежал тоже. Попытаемся сейчас залутать здесь с ботика. Что-нибудь. Мое. Спасибо, спасибо, боберчик.
Хотя, на самом деле, бобру бы надо было оставить. Но я думаю, я за счет урона смогу вывести. Смогу вывести. Ну, бицушка моя была. Ну, я сам промахнулся копьем. Не отнять. Тут успел. Тут сойдет. О, лук хорошо. Лук бери. И, ну, вроде, видите, сейчас команда, кроме одного больного животного, более-менее нормальная. И по уровням, ну, 13 уровень, хотя бы 13. Мой хук в никуда, это, конечно, было красиво. Но сейчас, блин, на кнопки нажимать не могу. Не попадаю. Ловим Генри. Правда, так себе словился. По итогу в никуда словил. В итоге мне тут баг еще пытается ловить. И еще и хит на это здесь какая-то бегает. Кенгру, конечно, движ наводит такой. Подвижный. Подвижный движ у кенгру получается. Блин, хотел бака на отходе пкнуть. Такой был план, капкан. Прям, ну, неплохой план был, если честно. А куда сейчас хук пропал только что? Может, вы спасать будете полезны? А я поубиваю здесь гения, которые пытаются то, что-то сделать. Пришлось хилиться по итогу лишним предметом, лишней аптечкой. Моя команда, заметьте, вот все это время стоит, ничего не делает. Да, заметьте, как по поводу разницы, да, в командной работе. Точнее, в действиях моих и моей команды. Они просто стояли в спине и ничего не делали. Я пытаюсь залутать аптечку, ни один Никс не подошел, аптечку не стал. Понимаете, у нас в команде Никс есть больное животное, стоит в кусту и ничего не делает. Это жесть, это просто жесть. Почему они такие больные? Почему? Это же просто игра, тут же... Я соло врывался в этот сквад, соло всем делал, они вчетвером стояли там в кусту. За моей спиной справа. После того, как мы убили сквад, Никс даже не подошел, не подлутал ничего. Просто, ну, хотя бы прыгнул бы. Хотя бы аптечку залутал, я бы уже... С высоким шансом бы вытащил этот бой. Нет, зачем? Жесть, да? Что рандомные игроки себе представляют? Это просто жесть какая-то. Вторая неделя. Шестой день подряд. Два боя сыграно. Интересно. Мне просто интересно, закончится это когда-то или нет? Ну, чисто ради статистики, да? Проверить. Ну, вы видите мою команду, да? Два стоят, ничего не делают. Это Никс. 14 уровня. Нормально. Животное что, специально ждал, чтобы добить, да? Вот, видите, да? Видите? Бицуха называется, пытаюсь набить. Больные животные просто. Ой, это, ребятки, тяжело. Это очень тяжело. Бинт, кстати, немножко помогает. Я бы слону, если честно, отдал, но сейчас... Не, слон забрал, хорош. Хорошо, что слон забрал, а не черепаха тупая эта. Гадская. Больное животное. Короче, я не знаю, как мы будем побеждать, у меня слов нету просто, вообще никаких. Ну, если повезет, то победим. Тут по-другому не скажешь, ребятки, я как бы стараюсь сделать максимум, вы видите, да, там, в каждом бою. Но команда это просто забить. Это просто забить. Маневры от очередного интеллектуала на Джейд, который играет с Сандалями Святого. Топ сомневался. Мой хук в никуда. Так, ну я там даже кого-то успел убить. Жираф, как жизнь? Ну, конечно. Конечно. Гений на бобре это... Это если мягко говорить, да? Да, блин, что же вы происходит-то за дичь, а? Хуком-то как можно было промахнуться, ну? Как? Почему он стоит на одном месте и не двигается? Тактический врыв. Жесть, автоатака просто бесполезна настолько, что капец. Да блин, опять не успел. Надоело. Опять, теперь это странная джет таки прибежала все-таки. По итогу отхватила люлей. Бинт, конечно. Че они не спасают? Да блин, я думал, краб сейчас подбежит, и я его хукну на спасении. А он неадекват. Чтобы вы понимали, он только что выбежал и хукнул в эту штуку. Это был мув года. Ну, я его хукнул раньше, ну, конечно, мой хук попал в текстуру, конечно же. У него хук типа попал в текстуру, у меня попал. Нормально, нормально, по плану. Ой, мне просто слов нет. Заметьте, черепах еще это все время делал, да? Заметили? Правильно, ничего.
Жесть. Первую победу. И то потому, что в других командах еще более странные, неадекватные игроки. Других причин, почему мы побили в этом бою, их просто нет. Просто нет. Так, ну тут кого-то нашли. Наконец-то словился хуком, при том, что он маневрировал еще и назад. Не буду говорить ничего, просто помолчу. Ладно, попытаемся прорваться дальше. Еще два боя есть, ребят. Надо сделать еще две победы. Сложно, сложно. Знаете, когда уровень такое ощущение, что выше двух рейтинга играешь. В плане того, что тебе нужно убивать соло-сквады 20 уровня 19. Ну, примерно, да? Пчела золотая. Да. Сейчас бы с пчелой золотой драться. Кстати, пчела очень интересно смотрится одновременно с пингвином. Не спрашивайте. Я фиг знаю, что это было только что. Бред какой-то. Просто бред. Да... Ну почему он ушел вправо, а не влево? В чем была лу... Да. Ой, я сейчас сгорю. Спокойно. Надо успокоиться немножко. Нужно немножко успокоиться. Я не понимаю, что они делают. Надо немножко все-таки к хуку привыкать, в плане того, что он... Не мгновенно хукает. Да, ну я как бы понимаю, что он не мгновенно хукает, но... Блин, аптечку не поднял. Сейчас аптечки в итоге не достанется, да? Второй. Похилился называется под конец, офигеть. Да, ладно, может сейчас повезет, найдем бота. Не знаю, повезет, не повезет. Постараемся, чтобы повезло. С одной аптечкой, конечно, драться на крови это опасно. Очень опасно. Ну, посмотрим. Ладно, вот аптечку нашли. Повезло. Просто, просто бомбит. Ну, кнопочка нажми! Попасть не могу по кнопке. Гений на пчеле задушить получилось. Просто. Он ради аптечки. У него была дистанция, он мог ее держать и побеждать, но он ради аптечки. Да кто сюда стенку поставил? Спокойно, не бомбим. Я, конечно же, ни в кого не попадаю. Бака притянул, сейчас будет время его разнести. Или не будет? Нет, притянул еще раз. Теперь автоатака! Знаете, что самое прикольное? Его притянул, он через секунду ушел в невидимость из-за куста. Как вам, а, механика? Нормально? Да? Буквально секунда прошла. Буквально секунда прошла, и он ушел в невидимость из-за куста. Ну ладно, тут пофиг, в принципе. Но все равно, как бы, интеллект восьмого никса. Так вот. Офигеть, да? Вот ты стоишь вот так вот, притягиваешь бака, он тебе подлетает и сразу в невидимость становится, у тебя автоатака на него уже не работает. Офигеть, просто офигеть, механик. Реально нужно, чтобы после нанесения урона персонаж был видимый, ну, не одну секунду все-таки, а секунды 4 хотя бы. 3 это минимум, наверное, что он должен быть видимым. Потому что из-за этого это реально бред получается. В итоге у нас еще Джейд сам больше килл сделал. Как? Где она была? Что она делала? Я не знаю. Ну, у нас вторая победа, ура! Это успех. Правда, здесь был, конечно, успех такой себе, если бы отвалились от пчелы. Ну, повезло, пчела была одна. То есть у нее весь склад умер, она одна осталась, понимаете? Печальное зрелище. Сочувствую, потому что понимаю прекрасно, что это такое. Ну и что? Последний бой? Сможем мы организовать победу или нет? У меня в команде панда, альпака. При этом у них рейтинга нету, хотя, может быть, есть ник, кстати, с неплохим рейтингом. Ну, кстати, сейчас неплохой вариант, потому что панда сейчас достаточно сильный. Если играть от защиты, панда прям может развалить. Плюс, если буду под панду притягивать, он будет кидать гранатку с кассеткой, если у него, конечно, она есть. Мы развалим очень красиво. Альпака решил свалить. Ну, конечно, командная работа. Минус один. Мой сквад начал разбегаться. Ладно, они не особо разбежались, конечно. Пока что стоим, ждем. Пока что. Ловушка сработала. План капкан. План капкан работает. У нас, правда, часть команды сбежала немножко.
Ну, неважно. Главное, чтобы панкокан сработал. Мы только что минуснули два сильных противника. Пока у меня. Ну, кстати, у нас 18. А, это наш? Фух, блин, я испугался. Альпака с кофе и с ником зуба. Жесть, просто жесть, ребятки. Я офигеваю. Вот это я залетел, да? Ну, наверное, тут без шансов. Судя по тому, как моя команда не реагировала на этих противников, которые стояли здесь, я думаю, тут без шансов. Ладно, не повезло, в принципе, в этот раз, но тут слишком сильная команда. 20-й альпака, в принципе, может наш сквад весь развалить соло, поэтому. Ну, видите, да, почему? Почему? Зубу вампира нету, зато есть вот это вот все. Давайте посмотрим еще кого-то в моем складе. Ну, тут как бы вообще слов нету, 18 уровень. Панда, если что. И альпака, если что. Ну, слов нет, ребят. Тут даже то, что я умер так быстро, это даже хорошо было. Конечно, не надо было умирать так быстро, все-таки минус рейтинг, мы же все-таки ради рейтинга играем. Но в плане того, что было все очевидно с самого начала, если бы я знал предмет, я бы даже не старался, понимаете? Я бы, наверное, бы сам бы умирал, хотя... Блин, вот была бы возможность во время загрузки в бой посмотреть предметы своей команды и просто выйти из боя. Вы знаете, постоянно... Ты просто смотришь, что у тебя, за тебя гении играют, ты такой бац и вышел в бой, и тебе за это ничего не будет. Доберется вместо тебя другой игрок, и все. Как вам? Вот это была бы система кайф, да? Конечно, она бы... Была бы вместо баланса, была бы нормальная бы, да? Если бы баланса, конечно, у нас не было в игре. Но если бы костюм появился, а баланс бы не появился, в принципе, было бы хорошо. Потому что можно было вручную решать. Но опять же, это трата времени. Все-таки баланс, который балансил бы по уровню игры персонажей, да? Людей, это было бы лучше, чем баланс, вот, которого бы не было, и была бы вот такая система. Потому что время, оно тратится на такие заходы в бой, и как бы это влияет. Ну, ничего страшного в этом нету, поэтому... Потому что баланса нет, ничего страшного. Потому что это зуб. Ну, это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте комментарии. Подняли две победы, это успех. Движемся дальше, посмотрим, на что краб будет способен. Хотя, как вы знаете, краб способен на очень многое, но... К сожалению, моя команда ни на что не способна. Будем говорить прямо. Поэтому краб уже спокойно может 1800 делать. Спокойно. Вот я чувствую, что я по уровню игры, ну, как бы... Мне 1800 рейтинга будет взять не проблема, но... Но игроки в зубы меня мешают этому очень сильно. Все, не болеть. Всем пока-пока.